Ну, вы знаете, я, честно говоря, человек не богатый, я же не занимаюсь бизнесом, вот, поэтому ко мне редко обращаются. И небольшие, вот я вспоминаю, мы сейчас сидим рядом с местом, где будет проходить мой гражданский дискуссионный клуб, но вот как-то там 2 месяца назад ко мне товарищ подошел, сказал: слушай, дай мне там, не помню, сколько он попросил, ну, небольшая сумма, там, типа, там 300 рублей, 400 рублей, у меня нет на такси. Ну, вот такое было, да, он вернулся, все нормально. А крупные суммы я просто не могу одолжить, и у меня и не спрашивают.